Так, Арсений. Арсений. Поздоровайся со зрителями. Всем здравствуйте, зрители. И ты поздоровайся. Всем здравствуйте. Его уже знает, он у нас крутой. Давайте представимся. Давай. Меня зовут Мельников Арсений Сергеевич. Мельников. 9 лет. Ну-ка ты. Меня зовут Саня Мутавина. Саня Мутавина. 8 лет. Так, теперь смотрите. Сеня, он уже ветеран? Да. Мы сколько? 6 фильмов сняли? Да. Будем снять 7-й. Вот. А я еще за это даже деньги плачу, как актерам. Если только польза будет людям. Так, ну-ка, это самое. Давай так, я пока покажу вокруг. Наберите по ведру. Заходите сюда, я сейчас приду, вас досниму. Да, а будешь конфеты? Какие конфеты? Фильм снимается. Ну-ка, спрячь конфеты. И не учи детей это, с утра до вечера конфеты есть. Можешь же хоть один раз? Нет. Неделю. Кино снимается. Ты сейчас детям пример подаешь. Вот. Наполняйте, а я сейчас. Так, лопата чуть-чуть сломана, ничего, давай. Я то не могу. Сеня, давай твои лопаты, а эту отдай ей. Так, итак, что мы имеем? Послезавтра, сегодня суббота, вебинар. Так, на этом вебинаре меня попросили прокомментировать то, что есть уже люди, причем это мои близкие люди, это, так сказать, авторитетные люди, которые уже начали разгребать снег, то есть откапывать штампы. Вот, ну, для начала скажу, что самое главное... А где больше снега? Греби все подряд. Вот, значит... Сеня, лопатой быстрее будет, это что? Ладно, это тоже учеба. Ну, давай, ага, быстрее, давай. Ладно, вы поняли, о чем речь идет. Итак, у меня малоснежье. Вот, чуть-чуть снега, наверное, сантиметров, сейчас скажу, там, где нетронутый снег, так, чуть длиннее спичного коробка, 6-7 сантиметров, ага, и, учитывая, что садил на холмы, у меня уже у абрикосов корневые шейки и основание штамба абсолютно сухие и здоровые. А вот тем, у кого метр снега, вот тем придется брать лопаты. Сказать, ну это же нечестно, Валерий Константинович, ты же говорил, что вообще в саду делать зимой нечего. Подтверждаю, в саду зимой делать нечего. Даже, видите, что я сюда практически не подхожу. Ну, натоптали птички. Кажется, и мышь пробежала. Вот, натоптали там чуть дальше эти самые коты, которые мышей моих преследуют, а потом для отчета выкладывают. И, наконец, человеческих следов вы тут не видите. Это опасно для деревьев. Снеговой покров, как я уже говорил не раз, это святое, он не тронутый. До весны. Сейчас вдруг внезапно объявили, по югу Красноярского края, +5, +10, с ума сойти, это в Сибири-то. Вот, ну, слава богу, оказалось, чуть-чуть преувеличили. Сейчас держится где-то -5, -3, и дай бог минует нас. А где-то снег мокрый, он может быть мокрый у основания штамба, если полметра, метр, еще с осени, и так и не замерз. Вот там абрикосам делать нечего. Или... надо брать лопату раньше. То есть считаем, что когда основание штамба уже отсыревает от снега, это уже не зима, это ранняя весна. Так, ну теперь, ну все, заходим туда. Ребята, все, давайте быстрее, что вы пришли, за 2 ведер пришли. Уже бы по 5 ведер насыпали. Сенька, пошли. Соня, заходи. Учебный фильм снимаем.
актеры. Сенька, бери, заходи. Так, куда будем сыпать? Я вот сюда. Давай сюда. Давай, быстро. Давай. Ага. Дело в том, что здесь очень сухо. И бояться того, что сопряет корневые шейки, не приходится. Тем более абрикосам это опасно, а персикам, скажем, не так опасно. Персики, чтобы сопрели, надо для этого создать специальные условия. Но мы же не будем говорить, какие условия, чтобы сопрели персики. Вот, Сенька, давай. Вот чем тебе не персик. Вот. А. Так. Ну куда ты полностью высыпай? Хорошо. Да, еще не уклюшь ты. Постучи об землю, тогда высыпется. Мне кажется, снег-то мокрый, иначе он это прилипает. Да, уже все. Температура ближе к нулю. Так, значит, по 10 ведер. И все, на сегодня это ваша норма, ваш план. По 10 ведер. Считаю, ведро номер 2. Везде под все сыпьте. Итак, мы с вами столкнулись с серьезнейшей проблемой. В одних случаях рано. Вот. Как боятся этого многие? Опасаются. Ага, вот. Сейчас смотрите, допустим, где-то вытаял снег, да? Да еще по железу усадят на холмы. Ой, замерзнут корни. Ой, замерзнут штамп, освобожденный от снега. Ну тут что я могу сказать? И повторю на вебинаре. У нас на всю Россию найдется несколько сотен садов. Это наши сады. Любителей, но те, которые применяют самый морозостойкий в мире подвой. Вот им-то как раз даже рано сошедший снег или просто безснежие не опасно. Вот. Ну, понятно, что снег является защитником южных саженцев. Но это все до поры до времени. Вот там действительно проблемы. Снег сгребешь, вернутся морозы, замерзнет, снег не сгребешь, вот, абрикосы, груши, в первую очередь, просто сопреют. Надо начинать с морозостойких подвоев. И я взял и на вебинаре, я подчеркиваю, чтобы вас увлечь вебинаром, я там подробнее с фотографиями, я вам покажу там письмо, настоящего человека, который, да, гнет пальцы, для которого я никакой не авторитет, а говорю глупости. Они еще на какие-то это... Наука добилась того, что у нее сейчас специальные подвои, а этот на меня, человек я, Железов, берет и пропагандирует прививку на манжурчик, типа, что он... Идиот, что ли? Ну, там нет слова идиот. Ну, представляете, как это прозвучало? Он же меня высмеял, меня высек. Вот. И тогда получается, что мы с вами сейчас прощаемся до вебинара. Вот. Ничего, себя щадить не буду. И то письмо опубликую, и свои возражения. Вот. Бедные дети. Этот Семен, который Мельников, вы его маму знаете, Юлию Мельникову, уже знаете. Едем, говорит, мне надо 300 рублей. Я говорю, пожалуйста, вот тебе лопата, зарабатывай. Вот, это не Западная Европа. Увидели бы вот это вот, и сразу бы в детский домик определили вот этих ребят. Вот. Это хорошо, что слышишь. Дед вас не жалеет. Нам бездельники не нужны. По дела? Чего ходишь без лопаты? Ну-ка быстро.
Так. Ну что, посмотрели, полюбовались.